Всем привет! Это «Траектория Health». Меня зовут Маргарита. Я специалист по реабилитации студии «Точка движения». Многих из вас беспокоит дискомфорт в области плечевого сустава. Здоровье плеча зависит от здоровья грудных мышц, мышц межлопаточной области и подвижности грудного отдела позвоночника. И сейчас мы выполним несколько движений на эту зону. Встаньте ровно, наклоните голову влево и совершайте круговые движения правым плечом назад на комфортную для вас амплитуду. Сделайте 15 раз на одну сторону, затем на другую. Встаньте ровно, вытянитесь за макушкой вверх, правая рука вперед в кулак. Начните тянуться рукой еще дальше вперед, смещая при этом лопатку за плечевым суставом. Поднимите плечо вверх, уведите назад и опустите вниз. При этом ваша задача следить за тем, чтобы ваша голова не уходила вперед при движении плеча и ваша грудная клетка не раскачивалась. Сделайте 10 движений на правую руку, затем 10 движений на левую руку. У себя в студии «Точка движения» мы активно используем вибромяч компании «Гиперайз» для восстановления плечевого сустава, так как с его помощью мы можем проработать более точечно зоны, которые нам необходимы, и расслабить мышечные группы. Ставим мячик чуть ниже плечевого сустава, прижимаемся к стене и начинаем приседать и прокатывать мячик вверх-вниз. Делаем таких 5-7 повторений, затем разворачиваемся. Чуть-чуть сдвигаем мячик назад, прокатываем также 5-7 повторений. И потом сдвигаем мяч на переднюю часть плеча и делаем то же самое. В наиболее болезненной зоне включите мяч на первую скорость и оставьте, чтобы сделать еще более глубокий массаж. Повторите то же самое на другую сторону. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, ждите новые видео и занимайтесь здоровьем своего плечевого сустава.